поделится с нами эстонским опытом. В Эстонии уже реформа началась раньше, связанная с языковыми вопросами. И, в принципе, у них уже опыт больше нашего, и поэтому об опасностях и об анализе этой ситуации нам расскажет Нина Курк. Она и преподаватель эстонского языка, и сейчас у нее самостоятельная работа. И более подробно, наверное, она просветит нас. Она приехала из Таллина. Большое ей за это спасибо. А я передаю ему микрофон и включаю слайд.